Всем привет, ребята! Сегодня поиграем в Toilet Agents. И чего я так сорвался? Чего я так открываю без ключа? Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ладно. Вышла та маленькая обнова, которую я вам говорил. Ну, я говорил то, что добавят пасхалку там. И она вышла. Это маленькая обнова. Также усилили силы этим секретным агентам, добавили способки. Если я выбью, обязательно покажу. Там в скибиде вроде ничего нового. Да, ничего нового. Окей, теперь идем в режим ничего там. Так, достижения ничего. Нового тут ничего. Говорят, что еще один бустер добавят. Окей, теперь идем в катку. Надо найти пасхалку на кубика. Так, если честно, не очень помню, где эта пасхалка находится. Давайте пройдем уровни, включая все гаджеты, потому что я так люблю. Получай. Не скоро выйдет новая игра, которая займет все топы. Даже, наверное, будет лучше Toilet Hunt. Toilet Agents. Я часто начал играть в эту игру, потому что, ну, сами понимаете, во-первых, это очень классная игра, Магадан, респект. Во-вторых, я хочу быть в этой игре, ну, очень сильно. Если я даже этого не сделаю, то, ну, как бы, все, капец. Кстати, наверное, добавят тот самого чела. Он снимает почти весь канал, он снимает эту игру. Даже на стримах играет. Да, у него есть стримы, вы скажете, а что ты, кстати, стримы не делаешь? Если я даже буду делать стримы по играм, они будут лагать. Я не знаю, как это исправить, но если я могу делать стримы эфир, просто снимать, что я там рассказывать буду. Может, вот так вот. Но эти стримы, конечно, могу снимать, но мне как-то вот я снимал стрим, и мне что-то там... Короче, что-то нарушил, я больше не смогу делать стримы в дальнейшем времени. Но эти сраные дебилы, они все-таки не могут мне сделать стримы. Они просто взяли и забрали у меня стримы на непонятно сколько времени, может даже на год. И что я такого там нарушил? Я просто рассказывал об игре. Не взяли просто и... Что ты там сделал? Ютуб, если ты это видишь, видео, то ты пойми, ну, что я сделал, что я нарушил. Вы даже мне не сказали, что я нарушил. Вы просто написали, ты нарушил что-то. А причина нарушения? Причина нарушения, а? Понимаю причину нарушения, но ладно, сейчас не об этом. Надо убить последнего скибидиста. Да вот это ядро самое достает. Блин, такое не классное, потому что смотрите, оно капец какое недостающее. Окей, продолжить. Вроде бы здесь. Да, смотрите, это отсылочка на кубика. Блогера такого. Есть отсылка на кубика в этой же карте. А есть отсылка на Диперкольта, есть отсылка. Есть отсылка на кубика. Вот она. Если кто не знает, то смотрите. Захожу в YouTube. Захожу в YouTube. Так. Входим канал Кубик. Есть вот этот канал, именно на этом канале снимают он ролики, вот. Просто есть у него еще один канал Кубик, где он снимает Бравл Старс. То что я тебе советую поменять вот эту иконку, потому что именно на этом канале он снимает эту игру. Вот. Что если открыть 1000 контейнеров в Toilet Agents? Ну, они пока слабенькие, хотя им даже выпал... Им выпал на аккаунте
секретный агент. Вот так вот. Хочу на себя ссылку. Магадан, если ты видишь это видео, пожалуйста, добавь меня в эту игру. Ты понимаешь, конечно, я могу снимать твою игру, но пойми меня, я тоже не могу каждый день снимать. Пожалуйста, добавь Кубика. Я понимаю то, что Кубик пару видео снял, но я тоже хочу, я же больше видео снял. Ладно, ребята, давайте, что ли, я сейчас посмотрю рекламу, и мы откроем контейнер. Ну, просто, чтобы было чуть-чуть веселее, потому что, просто снимать ролики, где вышла обнова, это не очень интересно. Ладно, для вас пройдет секунда, для меня, уже 15 или сколько секунд. Ладно, сейчас вернусь. Все, вроде даже было несложно. Ладно, давайте откроем контейнер. И что? Как всегда, чипы. Если честно, я даже другого не ожидал. Кроме гаджета или чего-то, как его называют. Да, вы спросите, так покупать скибиди ученого. Я просто очень сильно хочу секретного агента выбить. Вы поймите, у меня скибидистов, почти все скибидисты есть, а секретных агентов у меня ни одного нету. Я просто не понимаю, чего у меня такой невезучий аккаунт. Вроде я все пасы прошел. Все прикольно, но... Что-то тут не так. Что-то тут нечисто. Фух, блин. Давайте еще поиграем. Что видео на 6 минут будет? Хотя по времени не знаю. Сейчас вот обнова вышла 13 августа. Да, августа. Но говорили то, что она будет 14-го для всех. Походу, разработчики решили. И все сейчас спят. Все сейчас спят. Вот смотрите. Сейчас вот столько времени. 13 числа. Магдан думает, все сейчас спят, и они думают, что завтра только обнова выйдет, а она ночью выйдет. Я снял, решил. Если что, вот время. Это ночь. Это сегодня ночь. Это... И спросите, что ты снимаешь такое время? Да потому что я еще спать не могу. Ну еще потом не буду. Это ты спать отправят. Я хочу снять обнову. Но любое время я просто могу с вами попрощаться. И пойти спать. Ему чуть-чуть не осталось. Вы видели, сколько у него жилок? У него там пикселей даже не было. В смысле, я, если честно, ничего не понял. Ну, дети еще и ядро. Почему ядро стреляет вообще в пустоту, хотя она об что-то ударяется? Если честно, не понял. Кто не знает, что такое пон, это не понял. Паучок. Знаете, ролик с Майнкрафтом по скибиди туалета моду. Этих модов будет гораздо больше. Почему? Потому что я скачал все моды в том приложении. А моды можно еще скачивать через Яндекс. Скачиваешь любой мод. Смотрите. Следующий ролик по модам в Майнкрафт выйдет. Не знаю, когда он выйдет, и вы должны под комментарием там надо будет написать, какой мне мод скачать. Есть варианты. Где еще один сквидис? Есть варианты скачиваний. Либо Клокмена Титана, либо вы поняли, я думаю. Дрель Титан. Либо Клокмен Титан, либо Дрель Титан. Выбирайте. Когда этот ролик выйдет, вы должны под комментариями написать. Надо будет написать вам, что лучше скачать. А где скибидист? А вот он. Черт, что ты там лазишь?
Домой уже пора. Блин, даже это не достает. Все. Фух. Было сложненько. Ну, реклама. Так, окей. А, вы представляете, у меня... Во-первых, в этой обнове... О. У меня сбросились задания. Игры у меня сбросились задания. Так это хорошо, каждую обнову сбрасываются. Я подписан на этот канал, не несите чушь. Ой, боже, что тут за кринжатина. Выполненное, получаем чипи. Новые контейнеры, новые агенты, новые промокоды. И все это в новом обновлении игры Tolos Agents. Приветствую вас, игроки. И вы все верно поняли. Это новое обновление в нашей игре. Первое, мы добавили контейнеры. А может быть и так, если я просто выйду. Задание выполнится. Да, выполнится. Окей, подпишись на телеграм-канал. На какой? Почему Магдан не делает задание подписаться на телеграм-канал Крепетка? Ну, рассказать о новой игре. Май-ба-май-ба-ма. Что это такое? Я подписываться не собираюсь, потому что есть такой баг. Опа, выполнено. Активно. Окей. Дальше. Изучаем мир. Спасибо, но я мир и так знаю. Так, окей. Получаем. Идем дальше. Так, окей, выходим. Получаем. И последнее. Майба, майба, майба. Окей, все. И последнее. Получаем. Все, я 3000 накопил. Это ж капец, как много. Давайте открывать контейнеры. И секретного агента надо выбить. И чувствую, он рядом. Нет, он не рядом. Я даже не знаю, сколько я профигарил этих чипов. Сколько я чипов потратил на эти контейнеры и не выпил ни одного. Капец. Ладно, ребята, вот такой миролик получился. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. И... Всем пока-пока.